Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы пойдем в новый для меня магазин Fix Price, расположенный вот здесь вот в большом здании. Точный адрес его я укажу. На первом этаже магазин Верный, а на втором огромный Fix Price с большим ассортиментом товаров. В этом Fix Price еще абсолютно нет новой африканской серии декора. Видите, отдел декора совсем небольшой и нет. Зато появились прекрасные вазочки. Здесь 10,5 сантиметров их высота, 55 рублей они стоят. Кстати, производство этой вазочки компания Паша Бахчи. Эти вазочки сделаны в форме шариков и прекрасно подойдут, чтобы в них, например, положить декоративные камушки. В этой новой африканской серии появились вот такие часы настенные, 24 сантиметра за 199 рублей. Производство — это город Москва. Материал HDF, UF краски, кварцевый механизм. Самый простенький, я так полагаю. И работают от батарейки одной, которая в комплект этих часов не входит. Интересно, здесь игрушки-каталки повесили 199 рублей. На стеночке можно выбрать себе каталку. Здесь есть и тележка для песочницы, и вот всевозможные такие штучки. И совочки повесили за 16,60 отдельно. А также коляски детские в ряд. Смотрите, какие красивые шлепанцы здесь. Золотые тоже, у нас их не видела. Подошва полиуретан, подкладка и верх. Это искусственная кожа. Очень яркие такие сандали. Вот так даже покажу их. Цена у них либо 199, либо 249 рублей. В отделе красоты нашла вот такие валики спортивные. Для занятия стретчинга и йогой. Диаметр этого валика 10 сантиметров, длина 30 сантиметров. В двух очень красивых цветах у нас эти валики представлены. Он изготовлен из ЭВА и ПВХ. Этот валик можно подкладывать под спину во время занятий, соответственно, йогой. Растяжка мышц спины и растяжка грудных мышц. Стимулирует кровообращение, помогает снять напряжение и расслабляет мышцы. Укрепляет связки, гибкость позвоночника. Вафли нямка 200 грамм в ассортименте, 27,50. А кремовый зефир в этот Fix Price приехал в другом вкусе, нежели на гусарскую. Здесь он, например, со вкусом банана. 130 грамм, 55 рублей. Там такой зефир со вкусом клубники. В нашем фиксе не видела вот такого геля Palmolive Tahiti 250 миллилитров. Здесь он идет немножко с другим ароматом, нежели в наших фиксах. У нас был кокос и манго. А этот гель идет с ароматом тиары. Гель для душа 250 миллилитров за 99 рублей. Для пяти Марсилье. Отдав новый гель для душа мужской 250 миллилитров за 99 рублей. Баланс увлажняющий гель для душа и тела, а также лица. Жидкость для снятия лака Браво 150 миллилитров за 77 рублей. Она есть укрепляющая, а еще сверхмягкая. Кружка вот такая к нам тоже не приезжала. 500 миллилитров, 99 рублей. Это Демидовский завод. Она хорошо подходит к вот таким мисочкам алюминиевым. Да, они изготовлены из алюминия. Ковшиком и соответствующим кастрюлькам. В магазин на Кусарской в городе Пушкин приехали вот такие емкости для СВЧ большого размера, круглые. Здесь сейчас за 55 рублей емкость 1,2 литра. А также баночки для сыпучих продуктов здесь еще в наличии. 77 рублей 2 литра. У нас их давно-давно нет. Раньше приезжал вот такой улыбающийся, жизнерадостный стакан с трубочкой 350 миллилитров за 55 рублей. А сейчас приехали вот такие жизнерадостные бутылочки. 99 рублей их стоимость, 320 миллилитров емкость. Температура их использования от минус 20 до 100 градусов. Но на самом деле я почему-то думаю, что все-таки как бы при больших температурах использовать эти бутылки не стоит. Нашла три варианта этих бутылок, и все три мне кажутся очень милыми. Бутылка для воды и других напитков 700 миллилитров в этой бутылке. 99 рублей она стоит, и много их. Эти бутылочки производят Санкт-Петербург, а вот рядом лежат бутылки производства Китай. Чехол для велосипеда 2 метра на 1 метр 199 рублей. Эта штука очень полезна для тех, у кого велосипед хранится на улице. Защищает велосипед от дождя и пыли. Изготовлен из полиэтилен винилоцетата. Здесь чехлы, вот я вижу, в светло-сером цвете такие.
приятный, еще с рисунком. Еще хочу показать, что здесь вот эти удивительные длинные светодиодные светильники Эра в наличии. 299 рублей. И новый трос я в прошлый раз вам забыла показать. 80 сантиметров с замком и крючками. Ключами, вернее. Ключи аж две штуки, 249 рублей их цена. Эмаль универсальная. Здесь есть за 99 рублей. У нас в магазинах она уже закончилась. И новые держатели для телефона в салон автомобиля еще приехали. Подходят для устройств высотой от 10,4 до 16 сантиметров. Шириной от 6 до 9 сантиметров в салон автомобиля. Максимальная нагрузка 310 грамм. То есть, если у вас телефон тяжелее, она просто не выдержит. Светодиодный велосипедный фонарь. Стоимость его 149 рублей. Он работает от двух батареек. Подробная инструкция по его работе. Она крепится на штангу, на которой крепится кресло. 7 режимов свечения, 5 LED. Новые свитбоксики здесь вывесили. Тоже выкладка очень интересная. Отдельная штанга, крепление для них. Мармелад подарочный, 99 рублей. У меня дети обожают вот эти свитбоксы. Тут очень милые пушистики. Мицеллярная вода Нивея с пантенолом, 99 рублей за 100 миллилитров. Очищает особенно бережно, помогает уменьшить покраснение, стянутость и сухость кожи для чувствительной кожи. И от Nivea Men 400 мл гель мужской, 199 рублей, 3 в одном для тела, лица и волос. Еще Axe, кстати, гель для душа, 99 рублей, 230 миллилитров. Какая-то новая паста от Colgate за 99 рублей. Colgate Moments называется, 75 миллилитров. Здесь емкость, она в необычной упаковке для Colgate, называется Herbal Smoothie. Детская паста от Splat за 99 рублей. Мои детки вот чистят зубки вот такой пастой, она им очень нравится. Здесь 80 грамм. В отделе трикотажа бомбер мужской 299 рублей. И такой же есть бомбер женский по такой же абсолютно цене. Здесь есть только черные варианты этих бомберов, и они, собственно, отличаются друг от друга, мужские и женские, размерами. Вот это, например, 48 размер, 100% полиэстер, производит Узбекистан. Если присмотреться, ткань достаточно тоненькая, видно на просвет, видите мой палец. Топ женский 199 рублей для занятия спортом. Смотрите, какой классный на самом деле топик. Вот здесь есть еще просвет, все дышит. По составу давайте смотреть, 92% полиэстер и 8% эластан. Размеры этих топов разные, стоят 199 рублей. А на Гусарской улице я показывала вам очень интересные были лосинки. Вот можно такой топик приобрести, и лосины, будет супер. Комплект для занятия спортом. Комплект, показанный мной ранее бомбером, еще есть брюки мужские. Только мужские здесь. Они идут также черные, также смотрите, на просвет все видно, кстати. Видите, они совсем тоненькие. А вот, например, 48 размер, то есть надо смотреть. Они еще, кстати, черного, ой, темно-синего цвета бывают эти брюки, но, честно сказать, на ощупь очень неприятные. Мне они не нравятся. Такой какой-то самый дешевый материал, самый дешевый полиэстер. И вот здесь вот кармашки. Кого-то видела уже вот такую заставку. На самом деле переворачиваем и видим здесь набор для приготовления и нанесения масок с мерными ложечками, емкостью и шпателем. Здесь всего 3 мерных ложечки в комплекте. Разных диаметров 2,5 мл, 5 мл и 25 мл. Изготовлены из силикона. Сама мисочка, да, а ложечки из полипропилена. В этом новом фикс-прайсе очень много всевозможных емкостей сейчас для хранения, что тоже удобно. Вот, например, последний раз я показывала вам такой контейнер для хранения. 299 рублей. Домашние мелочи. 10-литровый такой же контейнер. Есть еще с изображением аптечки. Также контейнеры. MyBox 6 литров с кладкой 199 рублей. То есть все в наличии.
Еще вот такие маленькие контейнеры MyBox 3,3 литра с декором 99 рублей. Большие контейнеры 10 литров 199 рублей. Ящик с крышкой, створками 299 рублей, тоже его стоимость. И вот такой ящик а-ля IKEA за 249 рублей, 18 литров с крышкой, здесь тоже он есть. Контейнер с колесиками 36 на 19 и на 13 за 149 рублей. И вот этот всеми любимый контейнер хозяйственный размера L за 199 рублей здесь также в наличии. То есть целая горочка контейнеров, и здесь все есть. Много вот этого средства антинакипин для чайников и для утюгов и парогенераторов. Здесь 3 капсулы по 20 мл за 55 рублей. А вот эти подносы везде уже закончились. Здесь они еще есть. Смотрите, 33 сантиметра, 77 рублей. Вот этот красивый поднос. Возможно, сейчас вам на даче пригодится. Из новинок вот эти контейнеры 1,4 литра. Последний раз я их показывала. 149 рублей здесь есть. Лопатки кулинарные, очень красивые, 27,5 сантиметров за 55 рублей. Силиконовый антискользящий коврик для стола 199 рублей. Двухсторонний коврик, изготовлен из силикона. Размер этого коврика 25 на 30 сантиметров. Очень интересный коврик, он еще есть в голубом цвете. В наших фиксах я таких ковриков не помню. Либо их очень быстро разобрали. Его можно использовать не только на кухне, например, но и для детей, да, видите, для работ творческих каких-то. Из последних новинок еще сумка для инструментов 249 рублей. Смотрите, целая стопочка этих сумок здесь лежит. Они есть в коричневом и в красном цвете. 37,5 на 26,5 и на 23 сантиметра. Очень удобная, кстати, добротно выглядит. Это сумка, клей 30 миллилитров, 50 рублей, резино-тканные изделия, текстиль, картон, войлок, велокамеры, резиновые изделия на основе натурального каучука. Набор универсальных гаечных ключей, 2 штучки за 249 рублей, большой ключ-захват и маленький ключ-захват, размеры вот здесь указаны, 2 штучки, производство Китай, длина около 28 сантиметров и 21 сантиметр. Изготовлены из углеродистой стали и термопластичные резины. Салфетка на стол 40 сантиметров за 25 рублей. 2 штучки вам обойдутся 50 рублей. Смотрите, какие яркие. А еще красивый апельсин и не менее сочный яркий арбуз. Не знаю даже, какая салфетка мне нравится больше. Скорее всего, апельсин. Папка на молнии с гелевой вставкой за 99 рублей. Здесь 2 штучки их. Один размер 17 на 11. Идеально для паспорта и билетов. А также идеально для тетрадей и документов. Смотрите, здесь всевозможные звездочки, блестки, ракушки. Очень красиво все переливается. Листочки для заметок в коробке за 99 рублей. Здесь аж 500 штучек. Бумага и клей, собственно, это просто листы для заметок, но они идут в красивой вот такой, смотрите, какой упаковочке, в форме йогурта. И вот эти декорации 7 шаров на подставке за 199 рублей. Здесь есть в красивом розовом цвете. У нас эти наборчики разобрали очень быстро. Я такой набор себе покупала, очень классно украшать вместо гелевых шаров. Несколько таких наборов приобрести, и будет красиво на день рождения. Еще сейчас по акции есть на вискас 85 грамм паштет курица индейка. И вот здесь внизу увидела вот такой большой корм. Единственное, цену пока я не вижу здесь на него. Высокое содержание белка с говядиной. Это вискас. 1+ от года помогает здоровому пищеварению, поддерживает здоровье кожи и шерсти ваших питомцев. И здесь всего 350 грамм этого корма. А смотрите, какие красивые здесь детские футболочки за 199 рублей. Производство Узбекистан. Много здесь вариантов этих футболок и для девочек, и для мальчиков. Вот такие со скейтами.
с кошечками. И квас, кстати, здесь есть Яхант, вот в такой бутылке. 450 миллилитров, 27,50. Квас «Русский дар» здесь также в наличии, 500 миллилитров, 25 рублей. Здесь есть квас Яхант, трапезный, 2 литра, 55 рублей. Тоже отличная цена для 2 литров. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор из этого магазина. Обязательно вам укажу точный адрес его. Приезжайте, приходите. Магазин открылся совсем недавно. Ассортимент большой и множество всего, много всего интересного. Кстати, вот такие носочки я сегодня себе куплю от компании Zuvey. Очень удобно их под балетки носить. Здесь тем более они есть телесного цвета от 37 до 38 размера за 77 рублей. Нам пригодятся. Здесь еще белые они и черные. Мне нужны вот именно такие.